И о погоде. Первый месяц осени подходит к концу. Петербуржцы успели насладиться бабьим летом, но уже в ближайшую неделю город на Неве ждут климатические перемены. Температура будет меняться от тепла к холоду. Что ждет нас сегодня, мы узнаем в яхт-клубе Петербурга. На связи Ольга Сидоровская. Ольга, как сегодня на воде? Доброе утро, Виктория. Доброе утро, Петербург. Но на самом деле сегодня бабье лето еще продолжается. Сейчас всего плюс 10, у воды прохладнее, ощущается примерно как плюс 6, но днем температура воздуха прогреется до плюс 17 градусов. Правда, температура воды всего плюс 12, поэтому купаться уже не рекомендую. Ветер сегодня восточный, скорость 3-4 метра в секунду, на порывах до 7 метров. Ольга, уверена, петербургских яхтсменов такой прогноз погоды радует. А какие планы у наших спортсменов на этой неделе? На этой неделе продолжается насыщенный парусный календарь. Тренируются и взрослые яхтсмены. И сегодня третий гоночный день контрольно-тренировочных мероприятий Всероссийской ассоциации класса «Оптимист». Самые юные яхтсмены со всей России приехали в Петербург, чтобы здесь побороться за право представлять Россию на чемпионате Европы. Организаторы очень переживали, что будет холодно, что погода будет по-настоящему осенней, дождь, шквалы. Но погода подстроилась, сделала настоящий подарок юным гонщикам, видимо, чтобы не пугать ребят из южных регионов. Виктория? Спасибо. О погоде нам рассказали в яхт-клубе Петербурга. К этой минуте у меня все. До встречи в следующем выпуске.